70-летию Курской битвы ее участники, вдовы и вдовцы, получат единовременные денежные выплаты. Дань героям, благодаря которым сегодня мы живем в свободной стране. Напомню, битва на Курской дуге стала переломным моментом в ходе войны. В ней участвовало около 2 миллионов человек, 6 тысяч танков, 4 тысячи самолетов. Герои-куряне отстояли честь страны. Теперь наша задача – окружить их вниманием и заботой, обеспечить им достойную старость. Сегодня в регионе проживают чуть более 350 участников Курской битвы. К празднику каждый из них получит по 3500 рублей. Вдовам и вдовцам, не вступившим в повторный брак, заплатят по 1600 рублей. Всего на эти цели в областном бюджете предусмотрено более 2 миллионов рублей. Что решило правительство к Дню Победы на Курской дуге – это правильно. Люди все завоевали все победу, кто в тылу был и кто на фронте воевал. Поэтому это правильное и нужное. И Михайлов именно поступает в этом отношении, я его приветствую.